Меня зовут Оксана Нестеренко, мне 47 лет, я из города Старый Оскол. Зовут меня Дмитрий Карташов, мне 29 лет, я из Украины. Я Ирина Новик, мне 59 лет, я живу в городе Воронеж. Меня зовут Зоя, мне 64 года, я из Воронеж. Я Галушка Надежда, проживаю в Старом Осколе, мне 70 лет. Марина Завьялова, город Рубцов, Алтайский край. Меня зовут Лариса Попович, мне 36 лет, я из города Сатини, Швейцария. Меня зовут Мария, мне 34 года, я живу в Германии. Зовут меня Катя, мне 41 год, живу я во Франции. Меня зовут Ольга, мне 38 лет, я живу в Германии. Меня зовут Селина Елена, город Новосибирск, 50 лет. Лифанова Елена, мне 58 лет, я из Москвы. Меня зовут Коннова Анна, я из города Новосибирска, мне 47 лет. Меня зовут Кристина, я из Старого Оскола, мне 31 год. Меня зовут Катя, мне 34 года, я из Стокгольма, Швеция. Меня зовут Афанасьева Лидия, я из города Якутска. Я уменьшилась на 4 размера в одежде. Я стала любить подходить к зеркалу. Раньше я не любила зеркало, проходила мимо него, отворачиваясь. Вижу изменения в своем теле. Я поняла, что несмотря на возраст, можно свою фигуру скорректировать, сделать такой, какой ты хочешь. И многие отмахиваются, когда им говоришь, да что там, мне 50 лет уже, как идет, так идет. Нет, дорогие друзья, и в 50, и в 60, и в 70 лет можно иметь фигуру своей мечты. Заметила, что у меня волосы перестали сыпаться, прям вот сыпались очень сильно, когда голову помою, сушу, прям сыпались. Еще один очень хороший результат, это то, что у меня ощущение, что на лице у меня натянуты косметологические нити, хотя у косметолога я не была с апреля прошлого года. Но кожа настолько подтягивается, настолько меня радует. Ну, я очень довольна проектом. Могу контролировать свой вес, чему я, безусловно, рада. И раньше этого я абсолютно не умела, не знала, как это делать. Мне нормализовано давление. У меня нет теперь перепадов и страха, что если погода испортится, у меня подскочит давление. Есть такие моменты, я сплю. Ну, я не знаю, как сурок говорят в народе. Давление у меня в норме. Наконец-таки я научилась завтракать благодаря вам, потому что почти в течение 10 лет мой завтрак составлял всего лишь из одной или двух чашек кофе. Мне нравится, что ушел мой целлюлит. Я не принимаю никакие препараты для снижения давления. Я перестала пить таблетки от щитовидной железы. Состояние кожи улучшилось. Раньше у меня было постоянное вздутие живота. Этого нет, я забыла про это. У меня была холка вот здесь, ее нету, и лицо подтянулось без всяких обвисаний. Я избавилась от пигментных пятен на руках, у меня ушла папиллома под глазом. Судороги по ночам, которые не давали выспаться, от меня ушли. Месячные проходят безболезненно. Еженедельно вес и объемы снижаются, и вместе с этим возраст омолаживается. Это просто чудо. Я чувствую себя абсолютно другим человеком. Было проведено обследование щитовидной железы, это мое основное заболевание, с которым я сюда обратилась, и узелочки уменьшились еще на 2 миллиметра. Что не удавалось сделать за 4 года медикаментозного лечения в учреждении медицинском. И я чувствую себя более красивой, я могу смотреть в зеркало и не стыдиться своего тела. У меня кожа на лице подтянулась, у меня такое ощущение, что у меня нити косметологические стоят, лицо просто как яблочко наливное. У меня исчез целлюлит, не знаю, куда. Скажу по секрету, у меня повысилась либидо. У меня нормализовалось давление, ушли пятна с лица. Абсолютно стали младенческими локти. У меня там
более большие проблемы. А по сравнению с прошлой зимой могу очевидно сказать, что я не болела простудными заболеваниями. Герпес меня не мучил, как в прошлом году один проходил, другой появлялся. Укрепились десны, не кровят, десны не воспалены и не болят. В самом проблемном моем месте в бедрах я уменьшилась на 4 размера, а в талии даже на 5. Нормализовалась работа желудка, кишечника, ушла сухость кожи. В результат по здоровью, потому что за этот период у меня ушел диагноз фиброзно-кистозная мастопатия. У меня подтянулся контур лица, и знаете, как, когда раньше делаешь вот так вот, да, там на себя смотришь в зеркало, думаешь, ну-ка, приподнимался, да, контур, и видела изменения. Сейчас ничего не происходит, я в шоке, изменилась кожа. У меня на лице исчезли высыпания, которые меня очень долго мучились, и я их пыталась вылечить изнутри и снаружи, но ничего не помогало. В самом начале проекта просто очистилась кожа лица, исчезла эта сухость, перестали быть сухими губы, такие влажные, и я мечтала, ну, скоро я, наверное, дождусь, когда исчезнут высыпания. И вот сегодня у меня такой подарок. Еще одно наблюдение. Перестали кровоточить десна.